Девочки, привет! И сегодня у меня опять распаковка, и опять, я надеюсь, классные новинки, которые понравятся и мне, и вам. Я покажу истинное качество всех вещей, которые мне пришли. Первые сегодня у нас будут кеды. Такой вариант кед я покупала в прошлом сезоне. Потом вышла модель с высокой подошвой, и я решила ее тоже протестировать, потому что прошлые пользовались огромной популярностью у моих подписчиц. Многие их себе покупали, потом мне писали: «Маша, шикарные кеды». Этот вариант тоже прекрасный, мягкая стелька, довольно широкая колодка, брендированные шнурки. Вот такая подошва. Кеды текстильные. У меня размер 40, на стопу 25 сантиметров. Они идеально на меня садятся. Очень удобные в носке. И, в принципе, прекрасно стираются в машинке, в обычной. Ну, так, градусов на 30, недолго. Вот такой вариант кед. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Пока я распаковываю новую посылку, пожалуйста, кто еще не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь и сразу поставьте лайк, чтобы не забыть в конце поблагодарить меня за видео. Что у нас вот в этой? Здесь очень много вещей, сразу мне пришло вот эта забавная вещь, коврик, ой, их даже два, один, значит, за дверью, на площадке, а второй можно постелить дома, перед дверью. Коврики прорезиненные, они не скользят, и поверхность, то есть поверхность такая, как типа тканевая, но в принципе эти коврики можно легко стирать в обычной машинке, не на очень горячем режиме. Дальше, ага, дальше тут футболка. Футболка тоже с логотипами, это хлопок, ткань немножечко просвечивает, не очень тянется, футболка широкая, у меня размер М-ка, размерный ряд нормальный, такой стандартный. У продавца есть еще футболка в белом цвете, такая эскетичная, ничего лишнего, я бы сказала, базовая. Вы не особо эту футболку портят, делают пестрой. Так, что тут далее? Это у нас топ. Вот топ, я вам скажу, у меня много топов я уже брала этого бренда. Это очередной вариант на пробу. Я скажу, что мне не очень нравится его качество. Но зато, судя по размеру, он чуть больше, чем предыдущие варианты. Но качество его на троечку. Здесь у нас, видно, торчат нитки, плохо прошито, ну вообще какой-то трикотаж немного дешманский, дешевый. Не советую, ссылку оставлю, если вдруг кто хочет себе такой вариант. Ну, скажу честно, я не в восторге. И что тут у нас? Шорты, по-моему. Нет, широкие брюки. Вариант, может быть, домашний. У меня размер, по-моему, М-ку я брала. Они маломерят. В талии мне они жмут, в бедрах, в принципе, на 98 они неплохо садятся, но вот талию прям сильно пережимают. Вариант для дома неплохой. По составу это полиэстер, к сожалению, не хлопок, штаны без подкладки, внутри есть немножко нитки, ну, их можно обрезать и ничего страшного. Прикрепили бирочку, ну, вот такой вот, что... А, вот еще здесь, смотрите, сбоку есть на кармашке вышивка этого бренда, узнаваемая такая. Ну, вот. Не знаю даже. Спорная вещь, спорная. Ладно, теперь приступим к большим коробкам. Здесь у меня еще пара обуви и сумка. Сумка от фабричного бренда. У меня очень много различной обуви и сумок, ремней от этого магазина. Потому что очень хорошее качество, натуральная кожа, довольно приличная бюджетная цена. Сумка прикольно упакована, можно совершенно спокойно такой подарок кому-нибудь покупать, потому что вот все красиво, бумажка такая, пыльник есть, а внутри рюкзачок.
Ого, смешно. Слушайте, девочки, пела про натуральную кожу, а этот рюкзачок, он текстильный. Я совсем забыла, что этот рюкзак не из натуральной кожи, он текстильный. И вставки здесь, по-моему, искусственная кожа, но в целом так очень даже симпатичный маленький вариант. Городской рюкзак, много туда не положишь. Но так самое необходимое можно туда уместить, и рюкзак всегда это удобно. Мне кажется, если у вас более спортивные образы, это всегда удобнее, чем ходить с обычной дамской сумочкой. Вот такой прекрасный вариант рюкзачка, ссылку оставляю. Кстати, девочки, не забудьте подписываться на мой телеграм-канал также, потому что там я публикую еще больше ссылок, чем в YouTube. И на многие другие вещи вы найдете там ссылки. И последняя на сегодня коробка – это обувь. Обувь тоже из этого же магазина Botoday. Уже осенний вариант пошел, кожаные лоферы. Это натуральная кожа, мягкая кожа. В этих лоферах всегда, у меня уже не первая пара, очень удобная мягкая колодка, мягкая стелька, то есть нога в них просто отдыхает. Высокий каблучок, выглядит массивно, но при этом они довольно легкие и стильные. Хорошо сделана пряжка в золоте, очень аккуратненько все, нигде нет следов клея. Подошва немного вот с узором. Скользить не будет, подошва резиновая. Каждый лофер пришел в пыльнике, удобно будет хранить как в коробке, так и без коробки. На этих прекрасных лоферах мы сегодня закончим нашу распаковку. Я надеюсь, видео вам понравилось, оно было коротким, но емким. Я вас обожаю, целую всех и до новых встреч!